15 марта – День защиты прав потребителей. В России его впервые отметили в 1983 году, после принятия соответствующего закона. В спорных ситуациях граждане вправе обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты помогут разобраться в проблеме и решить ее. С начала года в Губкинский отдел поступило более 10 обращений от граждан. Все они рассмотрены и удовлетворены. Значительное количество обращений у нас поступает ежегодно на сферу торговли. Последнее обращение также не было исключением. Оно у нас поступило по факту реализации фасованной пищевой продукции без соответствующей маркировки в одном из торговых объектов нашего города. Вот, по указанному факту специалистами территориального отдела были проведены соответствующие мероприятия в рамках контрольной закупки, в ходе которой было установлено, что нарушения имеют место быть. В этом году девиз даты «За ответственное и рациональное потребление». Традиционно работают горячие линии. Специалисты проводят консультации по вопросам защиты прав потребителей, а также тематические беседы и лекции в образовательных учреждениях. У нас всегда работает горячая линия. Людей, которые приходят к нам, мы всегда консультируем. У нас нет определенных дней приема. Каждый человек, который пришел, может прийти и подойти ко мне, либо к специалистам и проконсультироваться по любому вопросу, входящему в нашу компетенцию. Еще одна горячая линия открыта специально для ветеранов Великой Отечественной войны. Телефоны 30159, 30861 и 31888. Сейчас у нас организована горячая линия в честь празднования Дня Победы. И открыта горячая линия, на которую могут обратиться ветераны Великой Отечественной войны. Они у нас принимаются вне очереди. В случае необходимости мы организовываем выезд на дом для консультации. Для того, чтобы специалисты выехали по месту жительства, необходимо по телефонам горячей линии сообщить фамилию, имя, отчество, суть вопроса и адрес проживания.